Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. 16 апреля 2022 года Исаак Крус, который сейчас на наших экранах с очень хорошим рекордом 22 победы и 2 поражения, 16 побед нокаутом, встретился с ветераном, 40-летним Юри Оркисом Гамбоа, который сейчас вот заходит в кадр справа. Юри Оркис Гамбоа с рекордом 30 побед и 4 поражения был чемпионом мира на 2 категории ниже. Был олимпийским чемпионом. У него 250 любительских боев. 10 лет назад это была очень грозная сила в этих маленьких весах. И здесь уже, конечно, в легком весе этот бой запланирован как отборочный. То есть победитель станет чуть ближе к титулу чемпиона мира. Вот Крус выходит в ринг. Крус здорово заявил о себе в прошлом бою, которым он, как ни странно, проиграл. Но проиграл очень конкурентно. И есть те, кто считает, что его ограбили в бою с Жервонтой Дэвисом. Однако этот бой получился совершенно односторонним. Мы увидели, что у Гамбоа ушли рефлексы, ушла скорость. Он пропускал удары и падал раз за разом. Да, Гамбоа и раньше не славился гранитным подбородком, периодически оказывался в нокдаунах, но тогда это было, в общем-то, из-за собственной небрежности. Потом он собирался и бои, как правило, выигрывал. Но здесь уже нет. То есть за 5 раундов Гамбоа оказался в нокдауне 4 раза. И после последнего нокдауна рефери решил, что с Гамбоа хватит. Это, в общем-то, предсказуемо. Крус амбициозен. Крус вышел очень злым после своего поражения, как он считает, незаслуженного от Жервонты Дэвиса. И он горит желанием снова стать чемпионом мира. Вот этот момент остановки, когда уже... Ну, рефери совершенно правильно сделал. Хотя угол кубинца, наверное, должен был снять его с этого боя еще раньше. Хорошая, уверенная победа Круза. Он вернулся на победную тропу. И вроде говорят, что даже Оскар де ла Хойя сейчас предлагает ему $1 миллион за бой со своей звездой Райаном Гарсией. Интересно было бы посмотреть на это противостояние. Как вы считаете, какие шансы у Круза стать чемпионом мира? Напишите в комментариях, если у вас есть свое мнение. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Дмитрий. Всем доброго, удачи. До новых встреч.